Почему не происходит быстрый рост мышц? Мышечная гипертрофия занимает время. Для большинства людей это достаточно длительный процесс. Люди не видят существенных изменений за несколько недель и месяцев, так как коренные изменения возможны только благодаря вмешательству нервной системы в активацию наших мышц. Кроме того, у разных людей разная генетика, выработка гормонов, тип мышечных волокон и их количество, способность к активации клеток сателлитов. Все это может замедлить рост наших мышц. Чтобы убедиться в том, что вы делаете все возможное для набора мышечной массы, синтез белка должен постоянно преобладать над его распадом. Для этого необходимо употреблять достаточное количество белка, особенно незаменимых аминокислот и углеводов. Тогда клетки смогут восстанавливаться. Визуально заметный рост мышц и изменения в форме будут вас сильно мотивировать. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.